МКС 1 октября 2023 года. Да, автофокус нас подводит. Одновременно держать в кадре и наводить резкость не получается. Конечно, когда он дальше улетает к горизонту, из кадра он не так резво выпадает, но соответственно и четкость. Ну, это он уже в плотных слоях атмосферы. Прячется, а сейчас будет еще и за дом. Ну что, давай попробуем сейчас прицелиться. Сатурн, мало ли. О. Комары заедают. Ну где ж ты теперь, еще ты от меня прятаться будешь, что ж такое? Нет, это издевательство. Ну, тренируемся, что ты сделаешь.
Если долго мучиться, что-нибудь получится. Не видно ни хрена, да? Ну, ладушки. 1 октября 2023 год.